про карьеру, да? Говорю про карьеру. Так, сейчас я вспомню. Постараюсь вспомнить детали. Значит, несколько дней назад, ну что-то в районе недели назад, не больше точно, я был на каком-то стриме. Что это был за стрим? А, это был стрим Лены Головач. В утро сидел на стриме с Сереги. И что-то там в чате был... Нет, стоп. И на стриме шло, речь зашла о Макдональдсе. Я не помню, что конкретно говорили про Макдональдс. Ну, в общем, тема разговора о Макдональдсе. Что там, работа в Макдональдсе. Там, не суть. Просто говорили о работе в Макдональдсе. И в чате какой-то чувак, я увижу впервые, не знаю, что за чувак. Значит, пишут в чате. Сейчас я попробую максимально точно. Значит... Да, вот у меня одноклассница была, отличница, типа умная, с медалью школу закончила, а сейчас в Макдональдсе за кассой стоит. А я вот троечником был, бать. А я, говорит, был троечником, а вот мне сейчас там 23 года, а у меня уже свой магазин, и я в нем директор. Потом еще там минута проходит, он такой... Нет, ну я как бы не считаю себя там суперумным каким-то. Но она там отличница, и сейчас в Макдональдсе за кассой стоит. А я вот сижу у себя там в магазине, в Хардстоун играю, нихуя не делаю. Вот как бы вот. Она там типа умная. И что через минуту добавляет? Не, ну конечно родителям спасибо. Магазин-то они мне подарили. Я, блядь, сука, охуел просто с этого, блядь, карьериста. Это просто пиздец какой-то. Я как вот это увидел, просто не знаю, чуть со стула не упал. Не, ну конечно, ну, бля, чё она въёбывается, медалистка Макдональдс. А у меня магазин свой, сижу Хардстоун играю. Ну, правда, магазин-то мне родители подарили, спасибо, да.